поселка Селезнева рассказать можно немногое. Но это деревня Юкспяя Выборгской сельской волости. Очень древняя. Она древнее, вероятно, чем даже сама закладка Выборгского замка. Известно, что река Юкспяя была в использовании новгородцами еще до прихода шведов на эти карельские земли. Юкспяя по-фински означает «одноглавая», то есть река впадает в Выборгский залив без разделения на рукава дельты, одной головой. И это название «Юкспя» использовалось новгородцами еще в тексте Ореховецкого мира договора 1323 года. Новгородцы сохранили право ловить рыбу на тонях на этой реке Юкспяя, несмотря на то, что Выборг отошел к шведам. Затем здесь было средневековое имение, про историю которого известно, что в нем обитал герцог Карл во время осады Выборга в 1597 году после Дубинной войны. Но рыцари из замка, где засели рыцари-сторонники короля Сигизмунда, сделали вылазку и сожгли это имение, за что герцог Карл впоследствии отомстил тем, что отрубил голову рыцарю Ларсу Хенриксону, который удачно сделал вылазку и поджег это имение. Где точно находилось средневековое имение, мы не знаем, но где-то здесь, потому что недалеко от реки, от порогов, и тут растут большие деревья. Впоследствии имение было отстроено небольшое, и вот остатки парка мы видим, лиственницы и липы в этом месте. Дорога через Юкспяя идет далее на деревню Сипеля, центр волости Вахвиала, и на близлежащую деревню Суурмерийоки, где находилось красивейшее имение. Но оно было уже намного больше и знаменитее, чем это имение Юкспяя. Но река здесь носила название Юкспяенгёки, река Юкспяя. Это, вероятно, самое правильное первое название реки. Вообще она сейчас называется Селезнёвка, но даже у финнов было 10 разных названий этой речки. Но именно это главное. Это место одноглавое. Это место, где происходила история много сот лет назад. The estate of Yuxpaya, was situated here, sometimes in Medina. It's a very historical place. Вот это водная гладь. Всегда рассказывают электрички. Меня всегда интересовало соотношение электрички и реки. Оказывается, что это по-настоящему близко. Вот они. То есть это вот совсем... Вот совсем проходишь, и вот здесь совсем видно ребенка. То есть не то, что там издалека какое-то пятно. Нет, ребенка видно. Вот, пожалуйста. Аллегра. Вот. Финляндия. Финляндия, да? Это Финляндия. Финляндия. Да. Это бетонный столб, с одной стороны он загнут. Угу. И в то время, когда мы жили там, к этому столбу был подвешен огромный длиннющий канат. Вот такой толщины, с этим самым узлом. С узлом и дети на конце. На нем. Дети. Дети. Не только дети. Деньгу я вот так вот брала.
к себе сюда, сажала на этот канат, и мы с ним вместе раскачивались. Когда мы было 2 года назад посмотрели, да, не было веревки. А вот эта штука, она так и осталась. Для чего, она не очень понятна. Как это Как же это называлось вот такая вот игра «Гигантские шаги», она называлась. Я думаю, что это какой-то тренажер для солдат был. Да, здесь гарнизон. Да, это как раз это самое. Классическое армейское. Армейский тренажер. Так и есть. Ну вот.